Привет всем! Сегодня я расскажу про австрийский программируемый логический контроллер, который называется Controlino Maxi. Вот он в родной коробочке. Само название как бы намекает нам, что этот девайс имеет какое-то отношение к Arduino. И действительно, Controlino является Arduino совместимым PLK. То есть этот PLK построен на базе процессора Atmega 2560 и программируется теми же инструментами, что и Arduino. Например, из стандартной среды разработки Arduino IDE. Корпус контроллера рассчитан для установки на Денрейку. На борту имеется разъем USB для загрузки программ, Ethernet, который работает через микросхему V5100, два слота, на которые выведены сигналы с микропроцессора. Все пины защищены через сопротивление, так написано в документации. Кроме всего прочего, здесь у нас находятся пины квадратной шины I2C, шина SPI, все последовательные интерфейсы микропроцессора, ну и так далее. В общем, все те сигналы, с которыми мы привыкли работать, когда имеем дело с Arduino. Что касается входов и выходов, то на борту имеется 12 универсальных ходов, которые могут быть как дискретными, так и аналоговыми. 12 транзисторных выходов, которые могут работать в режиме широтной импульсной модуляции. 10 релейных выходов. Реле 6-амперные установлены. Также контроллер имеет интерфейс RS-485, который работает через микросхему SN65HVD08. Кроме того, внутри установлен часы реального времени в виде микросхемы RV2123. Питание контроллера осуществляется от сети постоянного тока 12 или 24 вольта. Программировать этот PLK можно как обычную плату Arduino Mega 2560. Нужно просто знать, какому пину Arduino Mega соответствуют входа и выхода контроллера. Для этого производитель нарисовал и выложил на сайте большую схему, которая у меня тут сейчас работает фоном. К примеру, узнаем, какой ноге Arduino Mega соответствует релейный выход R0. Берем фрагмент схемы. Здесь желтым у нас изображены выхода на контроллере. А синим изображены соответствующие этим выходам сигналы на плате Arduino Mega 2560. И мы видим, что реле R0 соответствует 22 ноге платы Arduino Mega 2560. Берем Arduino Mega 2560 и ищем 22 ногу. Вот она. То есть эта 22 нога Arduino Mega соответствует реле R0 на контроллере. Как видим, что касается программирования, все просто. Более детально про Controlino читайте по ссылке под видео. Ну а пока, всем пока.